Привет, ребят, с вами Скиф, и это Майнкрафт выживание. И спросите, почему все заново? Потому что прошлый мир кончился фиаско. А все благодаря гениальной кроссплатформенности Майнкрафта. Ковалин, который начал выживать с нуля. Первая наша задача. Обустроиться предметами. Земля может нам помочь. Прости, в каком смысле помочь? Еще скоро к тому месту вернусь, нам там Twilight Forest. Шахта мне неохотно. Я чеку туда идти. Кстати, если я куплю платное членство Nintendo Switch Online, присоединяйтесь ко мне, поиграем вместе. Когда создам костер, делать жителями что-то типа байки у костра. Напишу что-то типа «Был обычный день. Игроки Майнкрафт веселились, но однажды появился Джон и сказал: «Больше играть с твой». Почему-то его аккаунт исчез. Он вернулся и встретил криперов. Криперы ему весело улыбнулись и сказали: «Привет, идиот!» Тем самым его аккаунт забанили. Потом произошло нечто ужасное. Когда Майнкрафту исполнилось 12-летие, Моженки решили сделать день рождения Майнкрафта специальный подарок в виде игры Майнкрафт Подземелья. Но один супер гай испортил всю задумку своим видео. Побрал старцы Майнкрафт. По итогам, he should have done that. Вы, наверное, догадались, о чем я. К тому же, он никогда не знал фразу «никогда». Не зли, Моджанг. Если хотите узнать об этой крипи истории Роблокса, то давайте наберем 10 тысяч лайков под этим видео. А пока начинаем. Был обычный мир Майнкрафт. Мир Майнкрафт был чудесен. До того момента, когда пришел Creeper. Какой-то игрок со скином нуба хотел что-то сделать с миром Майнкрафт. С ним там были его друзья, другие персонажи со скинами персонажей от Роблокса. Потом они увидели это. Дом Моджинг. Там был ночь. С переключенной головой. Не подумали, что такого? Как вдруг они увидели нечто странное.
были плакаты, на которых написано «I coming for you». Думаю, что это какая-то сказка, но они ошибались. Это был Herobrine. Его история была обычного... Это был обычный Стив. На него нависла тьма. И тем самым он превратился в Херобрина. По итогам его невозможно было победить. И однажды, когда довольный игрок наслаждался игрой, тем самым он нашел какую-то версию Майнкрафта. И там-то был один из миров. А назывался мир You Should Have Done That. Вы, наверное, догадались, о чем я. Да-да, Бен утопленник. Но нонсенс, в этом мире выжить нельзя было, так как там было все повсюду, you should have done that. И также там была статуя Стива. Тем самым игроку, этому самому игроку, которого звали Херобрин, показалось это. Статуя Стива, которая тонет. И из ее глаз текла кровь. И было написано, ты не должен был этого делать. На другой день Херобрина нашли покойным и похоронили в гроб. Расстроенному брату сказал. Расстроенный брат, оплакивающий своего брата, стал хмыкать как можно больше. Как вдруг ему сказал его брат. Уничтожь диск с надписью Майнкрафт. Тем самым он нашел и сказал, и ему заодно сказал, никогда не играй в игру, мир, который там есть. И наш герой слушался совета. Надеюсь, что вам эта история понравилась. Если хотите больше, то ставьте лайки и пишите хэштег Minecraft Horror Stories. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока.